Сегодня на Донбасс-арене состоялся исторический матч против звездного состава «Шахтера». На поле вышли сразу 111 футболистов. Многочисленная команда – воспитанники интернатов со всей Донецкой области. За необычным поединком наблюдала Виктория Чистюхина. Перед началом исторического матча репетиция. Вместо игроков «Шахтера» сотрудники Донбасс-арены и учителя. Их соперники – 111 воспитанников интернатов со всей области. Играли, ну, не каждый день, но играли очень, тренировались. Вы до этого играли в футбол? Да. То есть вы футболистки у нас профессиональные? Да. Капитан детской команды Андрей настроен решительно. Сборную интерната возглавил случайно. Я стоял, мне сказали, вот этот мальчик будет капитаном. По завершению приготовления на поле выходит звездный состав «Шахтера». Перед матчем 11 против 111 обмениваются дружескими рукопожатиями. Капитан «Шахтера» Дарио Сырна сегодня не капитан. На одну игру его полномочия перешли Развану Рацу. В жизни я хочу сегодня проиграть. С горняками дети играли 2 тайма по 7 минут. И уже в начале первого на первой же минуте команда 111 забивает гол в ворота «Шахтера». Стоит назначать пенальти, только хотел сказать. Ликуют от радости и трибуны. Вход на стадион сегодня бесплатный. Желающих поболеть за детей и за чемпионов Украины набралось около 1000. Почаще бы такие мероприятия были. Да. Они очень полезны как для взрослых, так и для детей. «Шахтер» ответил детям всего одним голом. Игра закончилась победой команды 111 со счетом 2-1. Горняки уверяют, все было по-честному. Говорят, поддавались. Не, вы что, никто не поддавался. Матч с детьми играют в день рождения футбольного клуба «Шахтер». Дату выбрали не случайно. Хотим помочь фонду Рината Ахметова решить проблему с сиротством. Это очень сложный вопрос, очень наболевший вопрос. Вы знаете, что многие футболисты нашего клуба усыновили, удочерили детей. Благодаря работе фонда и клуба мы сегодня, у нас более 5000 детей усыновлено, удочерено. Мы эту идею вынашивали очень давно, и мы знаем, что европейские клубы проводили подобные матчи. Мы решили, что именно игра детей-сирот на поле будет очень интересна. И даст им большой шанс, уверенность в себе. После матча фото на память и автограф-сессия от горняков и мистера Луческу. Это будущее для нас. Генрих Мхитарян одним автографом не отделался. Подарил соперникам и свою футболку. Пусть они чувствуют, что это такое быть игроком «Шахтера». Пусть играют, пусть радуются. Нам тоже приятно играть с такими ребятами и меняться футболками. Матч с «Шахтером» дети сыграли накануне последней игры чемпионата Украины. Часть команды 111 вернется на Донбасс-арену в воскресенье, но уже в качестве болельщиков. Виктория Чистюхина, Евгений Якунин и Владимир Конопля. Телеканал «Донбасс».